Как перейти дорогу в районе столичной остановки Дом печати? Многие чебоксарцы нашли решение через железнодорожные пути. Чтобы это предотвратить, сотрудники станции Чебоксары регулярно проводят рейды. В один из них отправилась и наша съемочная группа. Вместо пешеходной зебры – железнодорожные шпалы и рельсы. Этот участок железной дороги уже много лет пользуется популярностью у горожан. Здесь и ближе, чем вот так вот обходить через переходный. Ну, подземка получается. А у нас сколько времени у вас так получается сэкономить? 20 минут. Если ехать, ну, даже на залив с Новоюжного района, то обычная дорога, вот она здесь и проходит. Как бы самый ближайший маршрут. Но все велосипедисты едут отсюда. Среди велосипедистов немало детей. Почему вот вы здесь через ЖД пути дорогу переходите? Ну, потому что прохода больше никак на Лакреевский лес нет. Знаешь, что здесь дорогу переходить нельзя? Mm-hmm. Вот знать с этой стороны и с другой стороны. Между тем, безопасно перейти дорогу можно двумя способами. Говорят, переходите по этим лестницам, но эти лестницы, они даже не обустроены никак, они все разваливаются. Если ты пройдешь снизу, то ты никак через дорогу там на ту сторону не перейдешь. Раньше также там была зебра, сейчас ее убрали. Вообще люди, которые там работают в той стороне, они никак не могут пройти туда. Переход не очень удачный, вот, честно говоря. Вот, крутой спуск, если летом еще спуститься можно. И опять же, если под подземкой переходить, там будет пыль подниматься от автотранспорта, потому что скорости развиваются сильные. Ну а зимой просто вот эти вот склоны не чистятся и физически невозможно спуститься. Есть один переход, подземный, но не всем удобно туда добираться. Потому что это надо в одну сторону идти, потом через переход перейти, в обратную сторону кому-то идти. Ну, не всем удобно, поэтому все отсюда идут. Причем большим потоком. Во время рейда сотрудники полиции насчитали около 50 человек. А движение поездов на этом участке интенсивное. Согласно графику движения, у нас 4 пары, то есть 8 поездов пассажирских, 4 пригородных и 5-7 пар грузовых поездов. Есть такое понятие, как тормозной путь поезда. Если автомобиль можно остановить за несколько метров, то для остановки поезда требуется несколько сотен метров. Вот в этом вся опасность железнодорожного транспорта. В прошлом году поездам приходилось экстренно тормозить около 10 раз. К счастью, обошлось без жертв. А жители отказываться от такого небезопасного перехода не спешат. Даже собрали подписи, чтобы его не закрыли. Здесь же нельзя дорогу. Понятно. Ну надо же хоть что-то для людей же делать. Не от того, что есть правила, есть нормы. Да, ну, а люди что должны? Страдать от этих правил и норм? Сделать тогда нормально. Решить проблему должна столичная администрация. Искать выход из ситуации специальная комиссия будет уже в эту пятницу. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.